Здравствуйте, это передача «Люди дела». Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. Кстати, не забудьте порекомендовать нам гостя, если вы увидите, что кого-то есть смысл пригласить отдельно. Ну и, конечно же, поделитесь этим видео, если оно вам понравится. И не забудьте поставить лайк. Ну а мы приступаем. Сегодня у нас в гостях очередной хороший гость. Илья представит. Обычно на передаче «Люди дела» мы приглашаем известных людей, медийных. Зачастую есть мнение, что такие медийные личности, уже известные люди, имеют репутацию, поэтому им все дается легко. Поэтому мы решили приглашать в нашу передачу в том числе бизнесменов, которых мало кто знает, но которые достигли больших успехов, находясь где-то в своем регионе, в своем городе, чтобы вам был еще более очевиден факт, что человек даже не из Москвы, а из региона, не имеющий богатых родителей, может достичь больших успехов. И сегодня у нас в гостях предприниматель из Красноярска, оборот которого за последние пару лет превысил 1 000 000 000 рублей, хотя ему еще не исполнилось 30 лет. Антон, добро пожаловать на передачу «Люди дела». Здравствуйте. Бизнес Антона – комплексная поставка компьютерной и оргтехники, компания КТС из Красноярска. Вы сумели за последние несколько лет, хотя многие кричали, что вокруг кризис, зарекомендовать себя и стать лидерами в своей нише, в своем регионе. Как это получилось сделать? Когда все кричали, что на дворе кризис, да, все обращали внимание, какой курс доллара, сколько стоит нефть и вообще почему мы должны зависеть там от каких-то внешних факторов, мы продолжали работать упорно, усердно. Не по графику стандартному с 9 до 6, да, все понимали прекрасно, что нынче свой хлеб зарабатывать нужно очень активно. Соответственно, за пару последних лет очень сильно вырос штат, мы увеличили его практически в 2 раза. Постоянно обучаем людей на всевозможных семинарах, увеличиваем уровень профессионализма. И каждый прекрасно понимает, что он единое целое большого коллектива. Без каждого элемента нашей системы, да, нашей фирмы, невозможно ее дальнейший рост и развитие, а мы нацелены только на это. Антон, скажи, а кто в компании является лидером? Ты сам ведешь весь персонал за собой, ну, как бы, и вот тащишь это знамя и говоришь, там, за мной, вперед, мы справимся, мы там большие цели себе ставим, или кто-то это делает еще? Ну, исторически так получилось, что на протяжении 10 лет, да, я лидер, я тяну за собой компанию, но последние 2 года показали, что я уже ее не тяну, а веду, и люди за мной идут, и это очень важное, вот, на самом деле, различие. И, собственно, получается, что и на данный момент есть у нас несколько людей в компании, это там первый зам, да, и коммерческий директор, которые, в принципе, могут меня дублировать практически во всем. Это означает, что я стал доверять. Раньше ты стал делегировать. Делегировать, доверять. Раньше от меня, ну, это было невозможно практически, потому что, ну, бизнес научил тому, что доверять никому нельзя. Без исключения, друг это или твой брат. Антон, расскажи, а что было вот этим переходным периодом, когда вот именно прошел вот этот взлет твоей компании и, может быть, тебя как личности? Это напрямую связано с Олимпиадой, которая проходила в нашем чудесном городе Сочи в 2014 году. Задолго до ее, собственно, начала мы открыли филиал в городе Сочи и работали с заказчиками, которые создавали полностью всю инфраструктуру олимпийских объектов с самого нуля. То есть это было в 2008 году. Мы приехали туда на машине вдвоем с моим напарником. Буквально через месяц-полтора у нас заработал филиал, у нас открылся там склад, и через 2-3 месяца у нас уже были десятки, а то и сотни заказчиков. Все это получилось благодаря тому, что в Сочи очень плохо все было с компьютерными, скажем так, организациями, представленными в нашей сфере. И плюс все олимпийские объекты в основном находились в Адлере, а все фирмы находились в Сочи. Учитывая, что транспортная загруженность была очень сильная из-за стройки, то это было наше конкурентное преимущество. Мы были рядом и обеспечивали скорость и реакцию. Здорово очень. Ну, такая предприимчивая находка. То есть люди из Красноярска переехали в Адлер для того, чтобы, ну, начать свой бизнес, да, начать свой старт. Интересно. Как раз есть статистическое исследование агентства МИАН, которое сделало вывод, что 2 вида людей становятся самыми успешными в продажах. И это матери-одиночки
И другой вид людей – это приезжие люди, у которых нечем заниматься, кроме как работать. Для которых работа – это и есть жизнь. Соответственно, я понимаю, что вы когда туда приехали, на юг России, в Адлер, то у вас кроме работы вы ничем не занимались, в то время как местные какие-то жители, которые занимались вашей же спецификой, у них были кинотеатры, там отдыхание, море, а у вас просто работа. Понятно? Антон, многие люди всегда задаются вопросом, а вот что насчет моих родителей, что мне дали родители, так или иначе, когда-то приходя к этому вопросу, и наверняка наших зрителей интересует, а в чем, как ты считаешь, тебе помогли твои родители? На самом деле, все, что я добился, хотя это еще да, не такой какой-то большой результат, но тем не менее, я обязан родителям. Это и образование, которое мне дали с самого детства, это и математический склад ума. У меня оба родителя, собственно, были преподавателями математики в школе. И всегда со мной делали уроки. И именно, наверное, в 7, 8, 9 классе начала закладываться база. База правильного мышления, точных наук. И много времени было потрачено на меня для того, чтобы сломать вот этот вот момент в переходном возрасте, когда каждый начинает становиться гадким утенком, и далеко не все потом после этого превращаются, да, там, в какого-то прекрасного лебедя. Да. Многие так, собственно, и остаются гадкими утятами и продолжают дальше тот образ жизни, который появился вот в этом самом переходном возрасте. Поэтому им огромное спасибо. Антон, скажи, пожалуйста, а вот было ли у тебя в каком-то юношеском возрасте, что тебе не сиделось и хотелось больше, чем остальным? И если да, ну как бы как это проявлялось? То есть благодаря чему ты сейчас двинулся? Вот что было? Да, началось это на самом деле все в 3 классе. Была программа государственная о том, что все без исключения дети в школах должны писать перьевыми ручками. Отец на тот момент уже покинул школу, устроился в компанию, которая занималась канцелярией. Что я сделал? Я взял перьевые ручки у отца, пришел в школу и продавал их своим одноклассникам. На вот эту разницу, собственно, я смог купить цветочек девочки, которая мне нравилась, и там наклейки какие-то. Вот. А потом... Приимчивость. Да, в 3 классе уже классно. Следующий момент, это был уже, наверное, 7-8 класс, когда меня начали привлекать по спорту, участвовать в судействе, и это были мои первые такие более-менее серьезные деньги. То есть я либо работал судьей в поле по баскетболу, либо я работал секретарем за столиком и вел там протокол. Здорово. Есть ли такое, что твои родители тебе особо сильно много не запрещали? Вот как ты скажешь на этот счет? То есть у тебя были строгие родители, или они все-таки давали тебе совершить свои ошибки и не удерживали тебя? Потому что некоторых ребят в 3 классе бы родители могли удержать и сказать, куда ты пойдешь, там, торговать в школу, это незаконно, например. Вот ну, здесь на самом деле тонкий момент. Понятно, что родители ограничивали элементарно, там, не пей пиво, не кури, да, там, не ходи за дом гулять с плохими дядями и так далее. Но, тем не менее, все-таки был предоставлен сам себе, и это позволяло мне больше находиться в поисках того, чем я дальше буду заниматься. Вот, собственно, так. Интересное дополнение, потому что, изучая жизнь многих успешных людей, как твою жизнь тоже, да, я Антона жизнь уже достаточно неплохо знаю, свою жизнь, тысяч жизней успешных людей, которых мне, как бизнес-тренеру, довелось изучить, у большинства родители не... тыкали постоянно, то есть ты вот это, туда-сюда, туда, то есть, ну, родители не забирали функцию самоконтроля у ребенка, и тогда ребенок предоставляли свободу некую, давали свободу, поэтому для наших зрителей специально, если вы уже родитель, или у вас есть дети, или вы планируете детей, помните такую вещь, никогда не надо своего ребенка вот затыкивать постоянно, что ему делать, куда ему идти, куда ему не идти. Надо дать свободу, надо научиться человеку дать возможность научиться мыслить и быть самостоятельным. Это очень важно. Антон, вот я перед этим задал тебе вопрос, но хотел бы немножечко глубже здесь копнуть. Все-таки, а можешь ли ты объяснить, почему тебе нужно было больше, чем остальным? То есть, вот что конкретно ты хотел больше, чем остальные? И было ли такое вообще? Да, такое было. И, несомненно, это было еще со школьных времен, когда хотелось купить себе нормальные кроссовки, да, баскетбольные, не которые продавались на рынке, а в фирменном магазине, когда хотелось одеваться, да, там как-то лучше, чем другие. И это позволило эту предприимчивость через годы пронести и вот выразить в том, чем я сейчас занимаюсь.
То есть, я правильно ли я понимаю, на протяжении твоего там детства, взросления, юношества были ситуации, когда тебе хотелось что-то получить, но у тебя этого не было, и ты для этого работал над собой, чтобы, ну, я не знаю, заработать, чтобы там создать что-то, чтобы это заиметь. Я правильно понимаю? Да, да. Плюс я учился в такой школе, в котором, ну, большая часть детей все-таки были из таких богатых, да, семей. И это не означает, что я завидовал. У меня вообще, в принципе, отсутствует это качество. Это означает, мне было на кого равняться. Чего я хотел добиться, чтобы мои дети потом имели все самое лучшее в этой жизни, что она может дать, в принципе. Или ты сам хотел получать, как минимум, чтобы чувствовать себя достаточно комфортно. Само собой, не без этого, да. Качество жизни улучшать нужно каждый день. И вот как раз про качество жизни. Что отличает тебя от других людей? В чем твоя индивидуальность? Может быть, какие-то ключевые принципы? Во что ты веришь? Я много раз думал о том, что я верю только в себя и в свои собственные силы, но это далеко не так. Вот первое качество, за которое многие даже, наверное, обижаются, это честность и прямота. Я не умею врать и не понимаю тех людей, которые врут изо дня в день, будь то партнером по бизнесу, будь то клиенты или семья, без разницы. Второе – это целеустремленность. Я никогда не возложу на другого человека какие-то свои обязанности, если я это могу сделать лучше, да, и быстрее. Вот. Хорошо, хорошо. Кстати, заметил, Игорь Манн у нас был в гостях и тоже говорил об одном из факторов целеустремленности. Помните, он говорил три фактора, которые влияют. Это хорошая среда обитания, хорошее образование и целеустремленность. Да. Ну, собственно говоря, вот то, о чем Антон сейчас вот так из разных областей говорил, можно сделать вывод, что факторы, о которых Игорь Манн говорил, они здесь в случае с Антоном присутствуют, да, и дали конкретный результат. Да. Какой-то внутренний стимул. То есть, если кого-то, например, когда он понимает, что эта работа может сделать другой, осаживает на диван, то тебя, наоборот, ты оцениваешь, может быть, я ее сделал лучше. Тогда из этого исходит следующий вопрос. Как тебе удалось все-таки перестать быть ремесленником? Потому что по мере построения компании, команды, ты сумел создать заместителей, ты сумел часть вопросов делегировать для дальнейшего развития, для того, чтобы уже на высших уровнях вести переговоры в разных компаниях, для дальнейшего построения бизнеса. Вот как ты вовремя понимал, когда нужно какую-то функцию с себя снять и уже передать? А вот это объяснить очень сложно. Это что-то в голове срабатывает, когда ты понимаешь, что если сейчас ты этого не сделаешь, ты не сможешь уделять должное время как раз-таки вот там переговорам, да, на каком-то уровне, общению, там, приезду в Москву, потому что, ну, все-таки весь бизнес сосредоточен, как ни крути, в Москве. Конечно. И большинство головных филиалов компании, даже с которыми мы работаем, находятся в Москве. Если я не буду это успевать делать, компания дальше не будет расти. Смысл тогда? Да. Так вот все и получалось. То есть можно сказать, что ты сенсорик, ты веришь себе. Ну, помимо того, что ты умный, там можешь анализировать какие-то цены, условия, то, что заходит на рынок, то, что уже не так востребовано и так далее. Но помимо всего этого, ты еще веришь себе. То есть важно это, как я понимаю? Да, очень. Угу. Когда теряешь веру в себя, на этом твой путь, мне кажется, заканчивается как личности. Мы так немножечко прошлись, в общем, по тому, каким образом ты пришел. А расскажи, пожалуйста, немножко о том, каким образом ты принял решение, что вот та деятельность, которой ты занимаешься сейчас, это твое. Когда ты понял, что все, дальнейшую там какую-то большую часть твоей жизни ты готов посвятить этой области и стать профессионалом, стать, может быть, номер один в этом. В регионе, может быть, там в стране. Здесь ключевую роль сыграло образование. Я закончил Сибирский федеральный университет, и как раз моя специальность напрямую связана с тем бизнесом, которым я занимаюсь. Это Институт космических информационных технологий. Тут сам Бог велел, если не получилось в спорте, то, собственно, работать в этом направлении. Проработав 1.5-2-3 года, я не понимал, чем я занимаюсь, но почему-то мне очень хотелось дальше это продолжать делать. И я не остановился, и это позволило через 4-5 лет прийти уже к каким-то первым таким серьезным результатам. И более того, все, кто меня в институте окружал, да, кто со мной учился либо в группе, либо на параллельных специальностях, они, по сути, стали со мной работать. Либо моими заказчиками, либо моими коллегами.
Угу. Скажи, а как вот ты, ну, немножко дальше копнул, как ты понял, кто, условно, твоя целевая аудитория, какой продукт ты должен предоставлять? То есть, как ты перешел из точки зрения то, что тебе там нравилось, импонировало, ты учился и перешел во что-то, в то, чтобы это стало серьезным бизнесом уже твоим? Это далось за годами. То есть по прошествии 5 лет я сделал такой некий срез, да, чтобы посмотреть, а какие результаты. И понял, что все, что я делаю, оно в основном связано с мелким и средним бизнесом. А вот тех вот самых жирных, таких больших заказчиков, да, в том числе с госсектора, в том числе отраслевые предприятия, которые, да, с государственным участием, мне их не хватало. Но я для них был слишком маленький. И нужно было с чего-то начинать. И начинать, собственно, с маленьких конкурсов по этим заказчикам. И мы начали целенаправленно на протяжении 2 лет именно двигаться в направлении вот этих вот мелких конкурсов. Начали их выигрывать. Чтобы начать работать с госсектором. Да, то есть там первые 2-3 контракта с отраслью и все. Ты попадаешь на карандаш, и люди начинают тебе уже больше и больше начинать доверять. Это позволило потом участвовать в крупных контрактах. И, собственно, сегодняшний день мы имеем то, что в этих контрактах мы можем успешно побеждать и конкурировать не только на своем региональном уровне, но и в Москве. Потому что география наших поставок охватывает всю страну на текущий момент. Это... Молодцы, такая как бы, ну, существенная работа, когда от маленького предпринимательства ты двигаешься сначала там, в сферу коммерческого бизнеса, потом в сферу госсектора. Это такой переход тяжелый, трудоемкий. Здорово, что у вас получилось это сделать. Спасибо. Для наших зрителей чуть больше пояснить, вы либо идете вверх, либо постепенно деградируете. Поэтому на примере Антона, который он сейчас показал, он не успокаивался, когда они достигли роста. Он постоянно думал о том, как двигаться дальше, как двигаться дальше, как еще больше развиваться, как взять еще больше объемов. И очень важно, поймите, современное общество пытается вам показать красивые машины, красивое тело. Все как будто бы за ночь, overnight success, так называемый. То есть то, что проснулся человек успешным. А здесь мы слышим пример конкретно, как человек работал годами, работал и завоевал репутацию. Поэтому работайте над ростом постоянно. И когда вы достигаете чего-то, не останавливайтесь над этим. Чтобы не перейти в стадию деградации, надо постоянно заниматься пониманием, как расти дальше. Антон, вот то сейчас, что Илья сказал, очень, ну, как бы очень важный такой момент. Есть ли у тебя в жизни какой-то наставник или люди, на которых ты ориентируешься, которые тебе либо помогали, либо сейчас помогают не останавливаться на своих результатах, а ставить новые, там, условно, цели, делать там, для себя больше амбиций, либо каким-то образом вот, себя вдохновлять так, чтобы двигаться еще больше? Ну да, фактически таким наставником стал партнер по бизнесу. 11 лет назад я попал в эту компанию, придя на работу простым менеджером. Именно этот человек научил меня базовым принципам бизнеса, да, как таковым. Но дальше он просто стал от него отходить. Проходили года, я полностью начал расти по карьерной лестнице, то есть сначала менеджер, начальник отдела продаж, исполнительный директор, и впоследствии стал генеральным директором и партнером. Учредителем, да. Ну, естественно, родители. Угу. А вот как твой партнер по бизнесу, то есть он как твой наставник, что он тебе давал? Какие-то знания, я не знаю, веру в себя, что именно? Каждый день заставлял усомниться в том, что я уже что-то сделал. Каждый день это был постоянный такой прессинг того, что давай, нужно еще, еще, еще. И это вот продолжалось, наверное, на протяжении 2 лет. И за эти 2 года я просто отвык от того, что, значит, ну там, сел, расслабился, успокоился, заработал там 50 тысяч рублей и все. И в дальнейшем это позволило как раз не останавливаться. И более того, я сейчас не хочу останавливаться и не буду этого делать. То есть, условно, он тебе дал вот эту вот скорость самовдохновления, что ли, и сейчас ты двигаешься самостоятельно. Да. Сейчас ты сам уже вот эту турбину, которую завел твой наставник, сам ты продолжаешь себя настраивать на то, что нужны больше результаты, больше цели. Да, совершенно верно. То есть стимулирование раз, это то, что он тебе дал, ну, помог, да, в каком-то виде научиться себя стимулировать. И
он тебе не говорил, что «О, мы достигли огромных успехов», а он говорил «Хорошо, давай еще посмотрим, как дальше, давай еще посмотрим, как дальше». Мне напоминает ваш пример с Тимати как раз очень хорошо, что вот вы по очереди друг друга так стимулируете, понимая, что надо все дальше, дальше, дальше. Ну, да. У нас даже сейчас происходит ситуация, когда вот там выиграно пару-тройку каких-то крупных контрактов, и он, ну ладно, это же уже было, уже все сделано. Надо дальше двигаться. Надо дальше, правильно. Хотя уже никакого отношения как к такому бизнесу не имеет. Ты предприниматель нового формата. Из нашего общения в прошлом, когда мы общались по поводу того, что ты примешь участие в передаче «Люди дела», мне понятно стало, что ты платишь налоги. И это ваша принципиальная позиция – платить максимальное количество налогов, все налоги, которые только можно платить. И это вашей компании помогло сделать рост и получить репутацию и доверие со стороны крупных компаний. Это новое влияние, совершенно новое для России. И это такой прекрасный пример, как можно, платя налоги, сильно развиваться благодаря тому, что крупные компании это заметили. Паша сначала даже не понял и не поверил, что такое может быть и как эти вещи взаимосвязаны. Мог бы ты это нам больше объяснить, пожалуйста, чтобы это новшество стало понятным для наших зрителей? Здесь два ключевых фактора. Первый фактор – это безопасность. Безопасность компании в принципе в целом. Да, если я честен перед законом, мне нечего бояться, то я спокойно… Тебе не страшно расти? Нет. Вот. И второй фактор – это благонадежность для наших заказчиков. То есть мы, работая с отраслевыми предприятиями на текущий момент, с госсектором, попадаем при работе по какому-то конкретному конкурсу в матрицу, в которой идет бальная там система оценок, да, где цена не всегда определяющий фактор. А конкретно проверяется и сколько ты платишь налогов, какое состояние дебиторской, кредиторской задолженности, есть ли у заемные средства банковские, да, и вообще, если у тебя все продать, останется ли что-то для как раз-таки там уплаты каких-то госпошлин. И я считаю, что сорвать куш разово и вот 2-3 года на это пожить, это, ну, ничего не значит абсолютно. А для того, чтобы работать много-много-много лет, ты как раз-таки должен отдавать дань государству, да, и получать за это свою безопасность и возможность дальнейшего роста и развития. Ты знаешь, Антон, вот исходя из того, что ты говоришь, это, ну, явилось, наверное, основной причиной, почему тебя решили позвать на передачу «Люди дела». Это, ну, как бы новый склад ума для там российских предпринимателей, современных, не, ну, вот, как бы молодых, которые строят бизнес, строят там будущее для нашей страны. Когда ты понимаешь, что ты строишь бизнес с долгосрочной перспективой, а не то, чтобы там срубить первый кэш и, собственно говоря, уехать куда-нибудь, или потом думать, а что дальше. Поэтому очень здорово, что такие, как ты, появляются. Очень здорово, что такие, как ты, появляются не только в Москве, но и там в далеких городах. Собственно говоря, просто хотел тебе дать еще раз подтверждение. Спасибо, что такие, как ты, появляются.